чудесная юная собака Мастен. То есть есть собаки, которые да, там полтора-два года взрослые, есть собаки, которые там три, как оказывается, да, даже три с половиной, еще не взрослые. На некоторых упражнениях ей не хватает кондиции. В частности, было очень красивое, очень стабильное начало движения ряда. Но по мере развития упражнения собака начала уставать и терять кондицию. Отсюда посыпались посадки в основные положения, отсюда наш шагат, что слышали, да, критерии ошибки. Хотя вначале казалось, что будет все прям вот идеально до конца. Собака начинает у нас отвлечение, отклонение, ну, сейчас уже не компенсирует. То есть стабильности на движении ряда ей не хватило, а начало, вот эта вот первая часть упражнения до начала движения бегом было очень красиво. На конусе. Вроде бы быстро, вроде бы динамично, но такого вот серьезного отношения к упражнению я не увидела. Она немножечко играет, почему я и спросила про возраст. Про всех остальных я не спрашиваю. На позиции с движением очень красивое развитие упражнений, быстрое выполнение команды лежек, но при этом собака сама себя успокаивает, где-то зевает, где-то облизывает нос, где-то кивает голову. Рука в основной позиции, она помогает собаке сделать жует. И в основной позиции, и при всем движении проводника. На подзыве видно, что собака устала. То есть вот это вот последнее упражнение, ей далось очень тяжело. Она не хотела его начинать, неудобно не приходил критерий внимания. Когда она заняла позицию, ну, как я снова себе позволяла отдыхать, успокаиваться. На подзыве хотелось бы, чтобы во второй части упражнения, именно на самом подзыве, собака была более динамичной. Поэтому упражнение до конца на более высокой мотивации. Стабильности и концентрации ей сегодня на некоторых упражнениях не хватило. Это именно возможно, потому что первый старт. Она ждет укрепления или нет? Она ждет укрепления или нет? Кондиция должна быть лучше. Именно вот стартовая, то есть вышел до конца. Она от упражнения к упражнению начинает терять. И вот сейчас она знает, что спрашивает. Где моя